Крыму неизвестные так разломали памятник Ленину, что это просто охренеть. Как же его свалить можно было? В Судаке, в Крыму. Смотрим. Как написали в украинских СМИ, был бы это памятник Собчак, его бы никто не трогал. А? Это интересно, кто в Крыму чем недоволен? Может, не все довольны, что Крым – это Россия? А? Конечно, давайте памятник развалим, и сразу лучше жить станет. А? Это Европа? Подписывайся на канал, дальше будет только интересней.